11 вечера я пришла, обнесла сегодня два магазина Ross и Marshalls. Такое прям длинненькое платьечко такое. Это то ли Michael Kors, то ли это... Сейчас точно скажу. Сейчас впереди скажу. И уже думаю, сейчас лягу спать. А потом думаю, а что ж мне спать, интересно? Мне надо помериться. Единственное, что мне вот очень не понравились, вот эти локоны. Но с другой стороны, оно даже как-то прикольно смотрится. В принципе, всегда можно отрезать. Оно стоит $35, по-моему. Ну, прям моё. Еще немножко тут у меня животик есть. Но когда он у меня уберется скоро, через месяц живота не будет. Это будет вообще нечто. Супер замечательно. Вот так вот. Это все-таки Ralph Lauren. Это, кстати, эсочка. Вот эсочка на меня села. Я бы взяла, конечно, побольше, но она была единственная. Ну, нормально. Прекрасненько. Смотрится замечательно. Сейчас примеряла, покажу, что дальше. Кто захочет в меня посмотреться, пожалуйста, подходите, я вам посвятю или посвящу. Просто мою, это 12 размер, хотя раньше носила 14. У меня есть такие серебряные туфли. Я сегодня нашла еще серебряные туфли на DSW. Заказала. Вернее, я отложила пока в корзину себе, но пока не заказала. И вот я себе захожу такие туфли. Тра-ля-ля-ля-ля, и цыганочка с выходом. Ну, это, конечно, вот это платье, понятное дело. Куда его оденешь, если одену я его с... днем все ослепнут. И от моей красоты, понятное дело, и от лучей солнца, который будет испускать мое платье. Длина просто потрясающая, просто моя длина. Сзади на молнии. И это платье, скажите, кто скажет, кто примерно скажет, сколько оно стоит? Стоит всего $16. Это я купила в Россе. Вот так вот. Вот такая вся зеркальная такая мадамочка. Да, понятно, это платье, как бы, ясное дело, днем я его носить не буду. А его, конечно, хорошо бы одеть в круиз. Я когда покупала, думаю, вот это у меня платье для круиза. Тра-та-та-та-та. Та-та-та-та-та. У меня очень много я заказала, я уже получила серебряный, посеребрённый такой. И сережки. Ой, какие серьги вчера нашла на Алиэкспрессе. Мама моя дорогая. Сказка. Короче, у меня, я люблю очень такое под серебро украшение. У меня есть под золото украшение, но я особенно не люблю его. И вот такое платьечко. Прям моё. Мне так нравится. Прям такая красота. Красота. Да. Ну, сюда пояс, понятное дело, не одевать, но я бы сюда еще и пояс бы напялила, вот этот такой красивый. Это, понятное дело, это Michael Kors. Это свитерок, если я покажу. Это вязаный свитерочек, очень тоненький, очень хорошенький. Вот она, эмблемочка Michael Kors. Единственное, что я, конечно, поменяла бы вот эти под золото, я бы поменяла их под серебро, чтобы они были. Но, с другой стороны, тут, собственно, даже не надо ничего одевать, потому что если я одену сюда какое-то... Ну, посмотрим, я попробую, у меня есть такое ожерелье, черное золото. Посмотрим. Ну, вот так вот, оголенные плечики. Очень красивенько выглядит, просто замечательно. И стоит этот свитерочек всего лишь ничего лишь... $21. Качество потрясающее. И такое, ну, вот тут... А нет, разрезиков нет. Вот это под горлышко, то, что я люблю. Короче говоря, траля-ля. 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 Брючки купила. Хорошо, что они длинненькие. Ну, они такие, я их купила, в общем-то, они такие эластичные. Я купила в них заниматься... в тренажерном зале. Это я просто меряю сейчас с этим. То есть я могу под этот свитерочек и юбчушку какую-то одеть. И белые штаны могу. Нет, белые, наверное, не пойдут, потому что если бы... Ну, короче, какие-то штаны могу одеть. Буду смотреть. Свитерочек мне очень нравится. А $18 стоит платье. И вот оно. Вот название фирмочки. Студио. Какая-то студио. И оно стоило $129. А я купила его за 18. Итак, а сейчас гость программы. Единственное, что вот это надо будет отрезать, потому что, во-первых, как всегда, талия завышена, потому что моя талия находится вот она.
это каким-то образом уберется, как-то вырежется. Даже в принципе можно, я уже пробовала, сейчас покажу. Вот. Мне еще немножко виден животик, которого скоро не будет, как я уже сказала. Единственное, что я не могу сзади до конца застегнуть, потому что мне нужна помощь никому застегнуть. Чуть-чуть у меня там прирастегнуто, чуть-чуточку совсем прирастегнуто. И единственное, что плохо, что они коротковаты, штаны. Ну, это, как сказать, дело мастера боится. Я сюда просто возьму, пришью либо кусочек белой ткани внизу, либо кусочек черный, либо черную с белым, у меня есть ткань. И они даже, я такую плотную ткань пришью, и они даже будут такие более, как сказать, более клеша будут стоять. Вот они такие расклешенные. Чуть-чуть не хватает, совсем капелюшечку. Я очень люблю такие вещи. Тра-ля-ля-ля-ля. Сюда что-то нацепить, на ручку что-то нацепить и вперед. Животик, конечно, скоро уйдет. И вот даже, я даже боюсь сказать, сколько стоит эта вещь. Она стоит $8. Так что, вот так вот. Вот так. Очень подходит вот этот ремешочек. Либо просто беленький какой-то ремешок, либо вот этот вот. Не зря я его купила, я обожаю. У меня такие туфли есть. Будут еще подобные туфли вторые. Я сегодня, наверное, закажу, или уже не сегодня, уже завтра. Тра-ля-ля-ля-ля. Тра-ля-ля-ля-ля. Когда живота не будет, это будет вообще нечто. Это будет вообще, буду страняга-страняга-пристраняга. Вообще, как мне нравится. Короче говоря, цены какие-то смешные. Я сегодня в Росе заплатила почти $90. По всей видимости, я либо в Росе пакет оставила, либо, сейчас я посмотрю, не может быть, чтобы... Я помню, что я покупала еще черный. Еще был черный Michael Kors, тоже такой длинный, шикарный. Я его не могу найти, по всей видимости, в магазине оставила. Но дело в том, что если оставила в магазине, то они обязательно вернут. Сейчас я даже проверю. Итак, Michael Kors свитерок вот этот стоил 130, я купила его за $21, который только что мерила. Ну, смешно, если честно сказать. Этого Майкла Корса я покажу. Это реально свитерочек. Очень тоненький свитерочек. Замечательный. Все, пошли баньки. Спокойной ночи. И вот фирмочка, кто его произвел. Вот так вот. Сняты наряды. Один домашний халат. И превратилась я в такой стройной красавицы. Такую домашнюю колхозницу. А что делать? Пусть они висят до завтра. Завтра я еще хорошо все это промерю, перемерю. Подумаю, что оставить. Может быть, все-таки Майкла Корса я оставлю, потому что надо присмотреться к нему. Что-то, как бы, да, хороший свитерок, но вот эти желтые не нравятся мне. Если бы они были серебряными, не нравятся мне эти желтые, не могу смириться. Поэтому я, скорее всего, его сдам. И он такой еще немножко широковатый. Вот здесь, а когда живот уйдет и похудеет немножко, он будет такой немножко отвисать. Так что, наверное, мне придется от него избавиться. Все, мне спокойной ночи, 12 часов. Мне никак не спится. Кому не спится ночь глухую? Вот так вот.